Привет, моделисты и моделистки. AK, Crazy Russian, Top Camera. Обзорчик, потому что надо быстренько делать. Мы это все уже продали. Кто-то еще хочет купить. Ну, как всегда. Intermountain, ребята, девчата. Супер. Вот она моделька. Номерок. Да, в этот раз мы их продали очень быстро. И очень душевно. Кто первый раз, ребят, показываю, как открывать. Можете открывать, как хотите. Я открываю так. Следов от открытия никаких нет. Так вот, подтягивайте наверх. То есть, если сюда засунут палец, сразу будет виден перегиб. На eBay народ очень такой неспокойный, когда пишет, что мент, да, то есть, четкое все, оказывается, не мент, уже там побывала рука. Я попал в цвет почти. Ну и, ребят, это камеры всегда на одном мониторе будет одно. Это такой оранжево-красный, ближе все-таки это красный, да, а это вот оранжевый, но он слишком интенсивный на камере. Здесь он так вот, я смотрю, в реальной жизни немножко полегче. Ну вот сейчас, может быть, другой красный камерку немножко колбасил. Отличный. 3-Bay Hopper. После, помните, CSX был кол, рулоны с металлом, да? То есть там столько всего, что можно было зацепить. Я уже теперь вот в этих напальничниках делаю. Может быть, пардон, не очень эстетично, но я не знаю, мне так спокойней. Большие, ну, небольшие модели, модели без такой супер деталировки, конечно, просто удобнее в этих синтетических перчатках. Классно тоже. О! Надо еще голубые купить. Где-то найти, пока я еще не видел. Надо посмотреть, чтобы совсем был фан. Американцы делают, ну, как-то прикалывают. Но не знают, когда я прикалываю... Обратно отвечаю приколом. Там некоторые не держат удар. Прикол. Так. Ну вот. Свет у нас хороший. Все супер. Вначале посмотрим так на детальки. Да-да, я попал в цвет почти. Почти. Хорошо. Ах, красавец. State Line Elevator Inc. Ну, значит, с какого-то элеватора. Так, теперь всегда задумки, как это ну, достать. Конечно же, Intermountain не такой, ну, скажем, не так. Intermountain очень классный, но он чуть-чуть подубовее, чем Tangent. И... Scale Chains. В тот раз был Scale Chains. Я думаю, что вот за... Аккуратненько так подтянуть. Взяться за вот этот лючок где-то здесь, чтобы на провод... А вернее, не на эту... И вот так вот его достать. И что видно... И это меня вполне устраивает. Вот это вот пластмасска. Причем сделано, ребят... Супер. Этот wok. See-through, да, то есть вы видите. Ну, экономия металла, разумеется, и веса. Все они через видно, они пробиты, перфорированы, да. Теперь. Это вполне. То есть наши же покупатели, они такие привередливые. А что-то не так, они уже не будут покупать. Или будут недовольны чем-то. Каплеры.
уже инсталлированы, причем, ну, разумеется, KD, классные Whiskers. Посмотреть, что-то я не очень вижу хорошо. Бачок, сейчас возьмем маленькое увеличительное стекло с торца. Что там? Да, с пружинкой. Вот эти Whiskers я люблю, но пружинка, она как-то, опа, не проходит. Но пружинка мне больше, видите, ну, это не страшно. Пружинка, она более. Причем они сделаны так. Они уже при сборке. Я не вижу здесь винта. То есть они убрали один технологический процесс. Ну, наверное, хорошо. Может быть, вот с откручиванием вот этой тележки эта штука поднимается. Это моя догадка только. Кто делал... Ну, в смысле, менять уже ничего не надо, уже все готово. Если то, окей, можно менять на scale couplers, то есть они будут чуть-чуть меньше. Но, ребят, это я лично не рекомендую. Смотрятся они, конечно, круто, но вот эта вот щечка, да, крючок, он еще миллиметра на полтора меньше. То есть небольшой какой-то перепад, хеликс, да, и это все заканчивается расцеплением там 50 вагонного состава. Зачем это надо? Ну, но с другой стороны, круто. Так, сейчас торец посмотрим. Ну, здесь все, вопросов нет. Хороший шланг висит. Душевно. Вот Intermount мне нравится чем? Относительно дубового. Тут кривовато приклеилось или что-то пошло не так. Сейчас глянем. Вот бывают такие вещи у Intermountain. Ага. То ли отклеилось, то ли не доклеилось. Странно. То есть они все практически такие. Ясно, можно подработать без проблем. Просто нужно завести вот этот угол сюда подальше и на хороший CA, не китайскую какую-то, скажем, правильно. Местный, а нормальный. Нормальный, классный CA. Ну да. Все нормально будет. Нормально. Почему ее оттянуло вот так, непонятно. Но это не big deal. То же самое здесь. Вот сюда. Посмотреть, как здесь. А, понятно. На бачок. Странно. Почему их, еще раз говорю, оттянуло сюда. Трудно сказать. Но этим мы сейчас заниматься не будем. Это все баловство. А сделано четко. У меня еще одна есть. Как раз кто-то собирался две. Отдельные здесь вот эти все детальки очень хорошо. То есть это не дубняк. Это достаточно хорошо сделано, ну, кроме каких-то огрехов. И не будет все так отваливаться. То есть этот вагон можно катать легко. На хорошем макете, конечно же, если он вдруг сойдет с рельс, ну, эти damage будет минимальный. Там резервуары. Над черным не видно, конечно же, но вот так. Вот там видно. Ну и здесь все. Просто шланги. Угу. Отлично. Так. Все. Снимаем для print screen, да? Вот так. И на сегодня лавочка закрывается. Спасибо за внимание, ребят. Спасибо за поддержку канала. Я видел, там патреончик активизировался. Это очень приятно. Вот он здесь, Patreon. Линки все на description. Давай, успехов!